Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Возьми и держи. Теперь справа. Зажми. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Суна. Фока. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен, ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват? Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Быстрей! Положи его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь.
Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Поможешь? У меня никак. Пригодится. Я выронил? Когда гнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Что нужно? Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от... тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Домом есть тропа, она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров.
Он укажет вам дорогу к цели. Как он? Ему нужен покой, но думаю, он поправится. Как его зовут? Хильди Свини. Мы с ним давно дружим. Я никогда не видел такого кабана. Он правда последний в мире? Последний в этом мире. Он родом не отсюда. В своем родном мире он мог принимать любую форму, но когда пришел сюда, застрял. В шкуре кабана? В собственном разуме. Его истинная природа медленно стирается из его памяти, точно сон. А все иллюзии с каждым днем выглядят реальней. Я не совсем понял. Когда живешь, просто живешь день за днем в своем теле, сложно не начать верить, что тело и есть ты. В молодости у него были силы сопротивляться этому, но Хильди Свини очень, очень стар. Если я не буду напоминать ему о его доме, о нем самом, то, боюсь, останется лишь кабан. Надеюсь, он еще вернется домой. Спасибо, мальчик. Я тоже. До встречи! Береги себя!